Всем привет! И сегодня я расскажу, как же вывести редкую геоду. Для этого нам понадобится ракотакт, желательно 10 или же 15 уровня. И любой трехэлементный монстр, такие как зелынка, желательно 10 или же 15 уровня. Губка, тоже желательно 10 или же 15 уровня. Маракастук, тоже желательно 10 или же 15 уровня. Или же лопага, тоже желательно 10 или же 15 уровня. Также вам понадобится 10 зажженных желающих факелов. Однако некоторые вводили редкую геоду и без факелов, но это нужно иметь большую удачу. Теперь поговорим о времени выведения редкой геоды. В обычной водилке она вводится 1 день и 21 час или 46 часов, а в улучшенной 1 день и 10 часов.